земле. Каждому получику, чтобы пальмы подросли, и березки с елками, чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, где двора не праздник нашего двора. Этот праздник стал уже любим всеми. Управляющая компания МКД «Восток» начала эту традицию в 2016 году. И самым главным ее идейным вдохновителем стала генеральный директор управляющей компании МКД «Восток» Наталья Васильевна Григорьева. Давайте поаплодируем ей и, конечно же, ей слово. Добрый вечер, дорогие ребята. Давайте с вами поздороваемся. Добрый вечер, здравствуйте. А что-то как-то плохо вас слышно. Давайте еще раз скажем друг другу и всем, кто находится здесь. Здравствуйте. Молодцы, я теперь вижу, красноармейские, хорошее, молодое поколение подрастает. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, вам тоже добрый вечер. Наша управляющая компания МКД «Восток» рада сегодня приветствовать вас на нашем празднике, празднике летнем. День нашего двора. Мы рады сегодня быть здесь, в вашем дворе. Мы поздравляем всех вас, всех ребят с летом, с прекрасным летом. Желаем вам, самое главное, ребятки, поправить свое здоровье, вырасти, загореть, подготовиться к школе, отдохнуть хорошо, чтобы следующий год был у вас совсем не тяжелые, а наоборот, вы смогли все, всему научиться, все сделать. Поэтому еще раз с праздником желаю прекрасного вечера, всем участвовать в играх, а наши сотрудники будут вас веселить. С праздником! И еще я хочу отметить один момент. На всех наших праздниках, все наши праздники сопровождает наш красноармейский портал, который снимает на видео все наши праздники, обрабатывает, выкладывает в соцсети фотографии, видеосъемки. Вы все всегда сможете себя увидеть. Еще раз спасибо вам огромное, что вы с нами. Так, ну где же мои ребятки? Значит так, мои дорогие, мы все встаем с лавочки и идем к нашим друзьям. Лавочки, стульчики у нас приготовлены для мам. Пора приступать к нашему мероприятию. Сейчас мы с вами поиграем в такую игру. Готовы? Да! Не слышу, готовы? Да! Тогда начали! Thank you.
Ну что ж, пора нам с вами потанцевать. А для этого мы должны сделать большой-большой круг. Отлично. А теперь вот за этот.
Ну, замечательно, замечательно прошел этот конкурс у нас. Мы собираем наши атрибуты, но это еще не все. А вот сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете мультяшных героев и наших героев русских сказок. Первая загадка. Загадываю команде «Смешинки». Убежали, отгрязнули чашки, ложки и кастрюли. Ищет их, она зовет, и в дороге слезы льет. Неправильно. Мам, на ты. Неправильно. Правильно. Что сказал? Федон. Правильно, Федорина горе, от нее убежали, отгрязнули чашки, ложки и кастрюли. Аплодисменты нашему первому победителю, он молодец. Так, следующая загадка у нас для команды «Веселинки». Гортица. Правильно, получаем сувенир и продолжаем отгадывать загадки. Этой сказки. Медведя. Молодец! Три медведя. Получаем сувенир. Да ладно, ну припаду. Так, следующая загадка. Чье сердце чуть не превратилось в лед? Кай! Кай! Правильно, Кай. Это мама. Так. Девочки-помощницы, в открытую не помогаем, мы можем подсказывать. Это мама помогла. Мама? А где это мама-то? Ну-ка, мама, идите сюда к нам отгадывать загадки. Мы получаем призы, довольные и счастливые, продолжаем веселиться. И мы с вами потанцуем тот танец, который знают все, и даже мамы, и бабушки, вы можете все с нами, арам-зам-зам, который знают все. Телефоны в карманы. Запихиваем телефоны, сумочки маленькие нам не мешают, делаем большой-большой кружок. Все попейте, а потом мы с вами будем продолжать веселиться. Пока у нас с вами такой замечательный кружок, я предлагаю вам еще потанцевать. Скажите, ведь всем известна песенка «Буратино»? Молодец, бабушка тебя сюда позвала. Очень хорошо. Будем танцевать. Так давайте попробуем станцевать танец «Буратино». Покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Родители, готовы собирать подснежники? Давайте. Можно вдвоем. Да, вставайте вдвоем, возьмете подснежник, сходите, вернетесь.
Все как положено. Ну что, друзья мои, готовы? Ну, тогда за подснежниками! Вперед! Первый из них получает Николай Арутюнян.
вот сюда, пожалуйста. Так, получаем подарки. Получаем красивого зайца. Фотографируемся на память. А, аплодисменты, это где же у нас? Вот так, отлично. И еще один поощрительный приз получает Алина Финс. Вот, какие у нас художники. Так, на ручки к маме будет удобно, вот сюда рядышком. Вот сюда, да. Зайчика красивого. Красивого зайчика, красивые подарки. Мы все поздравляем. Аплодисменты. И продолжаем награждение. И теперь мы переходим к призовым местам. А где баба? У нас баба? Их не раз, два, три. У нас их побольше, поэтому не волнуйтесь. Конечно, волнение присутствует у всех, но я думаю, что все останутся довольны. Итак, дипломом третьей степени в конкурсе рисунков «На асфальте я люблю», проводимого в рамках мероприятия «Праздник нашего двора», получает Ангелина Губарева. Получает диплом за третье место. Шарик и подарки. И давайте повернемся. И пусть будет фотография на память. И диплом надо развернуть в другую сторону, чтобы его было видно, какой он красивый. Улыбаемся. Аплодисменты! Молодцы! Еще есть диплом за третье место. И его получает Василиса Золотарева. Василисочка, держи, подожди, 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 подожди. Мама сфотографирует, и все зрители похлопают, поаплодируют. Отлично! Еще диплом за третье место получает Маша Демидова. Вот она, Маша Демидова. Ну, хлопаем, хлопаем, это же конкурс! И теперь у нас дипломы за второе место. Может быть, мы неправильно написали фамилию, ну уж простите. Дипломом за второе место награждается Стас Синицын. Стас, мы тебя поздравляем, поздравляем. И аплодисментов, конечно, мы ждем победителям аплодисментов. Диплом за второе место получает Саша Милосердова. Поздравляем, поздравляем Сашу. Отлично. Аплодисменты. Еще один диплом за второе место в конкурсе рисунка получает Вероника Кондакова. Какие молодцы, какие активные. Не уходи от нас, не уходи, еще подарок. Еще подарок, еще нужно повернуться и сфотографироваться с нами. Да, чтобы на память все осталось. И мама фотографирует. Аплодисменты. Ну что ж, у нас два призера. У нас два первых места. Диплома за первое место в конкурсе рисунков на асфальте получает Вика Севастьянюк. И тишина. Да, мальчиковый день для девочек, для мальчиков. И еще.
еще один диплом за первое место вручается Андрею Кондрашову. Ну вот как вы, простите. Ну и где же он стоит-то? Ну, он фамилию не узнал свою, конечно, вот и не идет. Держи, и красивая. Была необыкновенная лодка, сказали мне мои помощницы. Поворачивайся вот так на. Отлично, давайте дружно поаплодируем всем, кто сегодня участвовал в конкурсе. А сейчас спокойно, без паники, каждый из вас получает красивый шар на палочке и гудочек. Сейчас вы все получаете шарики. У меня не видно. Итак, на старт, внимание, марш! Молодцы! Всем спасибо! Спасибо вам большое, что вы пришли на наш праздник. Еще не раз мы будем радовать вас нашими мероприятиями. Управляющая компания МКД «Восток» любит.